холодные сердца, и мы величайшие во все времена, и первое место в мире, несомненно, это наша судьба. Приветствую самых ярких, самых осознанных. Смотрю ваши глаза, ваши открытые лица. Самых гармоничных, самых культурных наставник, привет. Самых заряженных людей, которые с каждым днем становятся лучше, чем они были вчера. Людей, которые путем собственного интеллектуального развития улучшают этот мир. Людей, которые взвалили на свои плечи ответственность за этот мир, за культуру, за осознанность, за высоконравственные отношения между людьми, за экологию. Представьте, какой бизнес вы несете. Когда только думаешь об этом, когда ты вживаешься в эту роль, масштаб личности твой сразу начинает расти. Недавно мне супруга сказала: «Слушай, может быть, ты займешься чем-то еще? У меня только одно дело, любимое, у меня нет работы, я безработный». И я подумал, а чем же я могу заняться еще? То есть настолько масштаб личности уже велик, настолько ты осознаешь, что другим ты заниматься не сможешь, что твое место здесь. И, наверное, поэтому у меня здесь получается. Поэтому я играю вот так вот в долгую, уже 4,5 года я в данной ассоциации с января 2019 года, благодаря моему наставнику, который будет сегодня выступать. Я его вижу, естественно, меня это питает, вдохновляет и мотивирует. И я проникся сверхцелью, поэтому одно из правил роста в данной компании – это влюбиться всем сердцем в идею данной ассоциации, и тогда в любом случае никто из вас отсюда никогда просто не сдриснет, не уйдет и будет действовать, будет нести эту великую, прекрасную, удивительную миссию, что бы с вами ни происходило. Это, наверное, один из инструментов, который помогает мне вот играть настолько в долгую. О чем сегодня хочу поговорить? Во-первых, хочу выразить огромную благодарность за легендарный промоушен 150 дней, 100 тысяч долларов за 150 дней. Я поменял кричалку у себя в команде. Мы теперь говорим так: мы самые величайшие во все времена. И 150 тысяч долларов за 150 дней – это наша судьба. То есть, если мы знаем, что мысли материальны, и мы создаем такое определенное квантовое поле, вот, то, соответственно, естественно, мы все должны об этом говорить. Знаете, кто не играет в эту игру, тот не выигрывает. Все, то есть если вы до сих пор не ввязались в эту историю, вы не выиграете. А если вы ввязываетесь в эту историю, если вы занимаетесь вот то, чем говорил Владимир Довган, да, расписать везде, записать себе аудиотренинг, свою команду запрограммировать на то, чтобы у нас была цель к декабрю 2023 года выйти на такой доход, то я вам открою секрет, вы уже на 50% выиграли. Прикиньте, вы в принципе ничего не сделали. Вы только записали аудиотренинг, только взяли намерение. Самое главное в этой истории – выключить логику. И не думать, откуда там это возьмется. Да куда, как я буду зарабатывать эти 100 тысяч долларов? Естественно, масштаб личности кого-то не такой велик, потому что, чтобы выйти на такой доход, должен быть такой соответственный масштаб личности. Сразу себя облегчите себе это состояние, потому что вы будете выходить на такой доход постепенно. Сначала 1000, потом 2, потом 3. Ну и, соответственно, в таком формате будет это все происходить. Да? Что нужно делать сейчас для того, чтобы нам побить эти рекорды, для того, чтобы пробить эти финансовые потолки, для того, чтобы заявить о себе? И для чего вообще это сделано? Для чего нам нужны такие чеки? Чеки 100 тысяч долларов – это хорошая реклама. Это самая лучшая реклама, друзья. Представьте, если у нас там тысячи интеллект-тренеров выйдут на такие доходы. Представьте, какой создастся шум вообще в мире шоу-бизнеса, в мире, значит, MLM-предпринимательства, в мире всех индустрий. Представьте, насколько, какая это реклама для нашей ассоциации. Поэтому самая лучшая реклама – это ваши чеки. Вот стремитесь туда. Что нужно сделать, на чем нужно сфокусироваться сейчас, чтобы достичь этой цели? Естественно, первое – это фокус на цели. А фокус на цели у нас он происходит именно из этого, чтобы везде по всему дому развесили в себе эту историю. Да? Это происходит определенная визуализация. Вы все это знаете. Аудиотренинг наш как работает. Да? То, что там есть аффирмации, есть визуализации. И, естественно, действия. Те действия, которые вы никогда не совершали. Потому что те действия, которые вы совершали всегда, помогают вам зарабатывать столько, сколько вы зарабатываете сегодня. Соответственно, чтобы зарабатывать вам 100 тысяч долларов в месяц, вам нужно делать то, что вы никогда не делали. Поэтому совершать те действия, которые вы не совершали. Если вы делали в день, там, например, 10 презентаций, 10 касаний, то нужно с сегодняшнего дня делать как минимум 20.
То есть сама сверхцель должна, по крайней мере, у меня так произошло, да, она меня замотивировала, она меня запитала, вот эта идея выйти на доход 100 тысяч долларов. Я начал заявлять об этом везде, начал кричать налево и направо, во всех соцсетях заявлять об этом. И я вчера только провел 5 презентаций. Мне люди пишут, я хочу, мне надоело, хочу с тобой, хочу ворваться в этот процесс. Как делаю это я? Я говорю, что у меня есть цель, декларация, я взял такую определенную аскезу на 150 дней выйти на доход 100 тысяч долларов. Для того, чтобы мне на этот доход выйти, мне нужно, чтобы партнеры мои в первой линии зарабатывали от 10 до 50 тысяч. То есть я, даже если я являюсь эгоистом, я заинтересован в том, чтобы вы, мои дорогие друзья, находясь у меня в первой линии, зарабатывали от 10 до 50 тысяч долларов, потому что эта игра командная. Я заинтересован в том, чтобы вас до этой истории довести. Соответственно, вот об этом и в таком формате я заявляю с трибуны. Где? В соцсетях. То есть я проявляюсь в Ютубе, в Инстаграм. Я свой бизнес веду именно в соцсетях. Если у вас нет соцсетей, вы можете сегодня взять телефон, позвонить любому человеку из своей телефонной книги, который более-менее вас знает, просто рассказать: слушай, друг, привет, поздравь меня, я стал интеллект-тренером. Он скажет: о, а что это такое? Да вот такая вот история. Все, вот у вас, пожалуйста, первый контакт, у вас завязался на разговор. Да? Чем вы занимаетесь? Самый экологичный, самый масштабный бизнес, проект, в котором люди зарабатывают десятки тысяч долларов и несут социальную пользу. Ты хотел, искал, думал когда-нибудь заняться онлайн-бизнесом? Ты когда-нибудь занимался саморазвитием, там, был педагогом там, и так далее? Да? Вот, пожалуйста, буквально 5 минут, человек уже заинтересован. Или вы посеяли зерно ему, или он, естественно, с вами, то есть заинтересован с вами общаться дальше с вашим вышестоящим наставником. Поэтому наш бизнес работает только тогда, ваш бизнес открывается тогда, и ваш магазин, когда открывается ваш рот. Следующий момент. Раньше у нас ничего не было, сейчас есть все. Сейчас есть партнерская программа, сейчас есть школы, сейчас есть система дубликации, сейчас есть отзывы, сейчас есть чеки. И сейчас гораздо легче двигать данную индустрию, чем когда мы начинали с Робертом, там, с Яровыми, с Мариной Самсоновой, да, вот, с Сашей Толмачевым, с Паноманчуком, с Лешей Квашниным, когда это было в 2019 году. Чтобы понимали, я там за 2019 год заработал за год 97 тысяч, мой наставник 1300. Да, то есть это та история, когда не было ничего, у нас был не тот совершенно суперджамп, и мы, как вот эти, знаете, маленькие котята в темноте там что-то пытались опробовать. Сейчас есть все, друзья. Поэтому не действовать сейчас – это предательство. Единственный враг, который не дает вам действовать – это ваша лень. Отдать себя на 150 дней в армию. Уже на 145, уже у нас 150 дней нету, ребят, во-первых, да? Отдать себя в армию. Что значит отдать себя в армию на 150 дней? Я говорю об этом, потому что я 9 лет прослужил в вооруженных силах. Это значит отказаться от всяких прогулок, от всяких дискотек, от всяких огородов и убедить своих родных и близких, то, что они в декабре месяце будут вас за это благодарить. Отказаться от этого, от всего. Все, 150 дней, у меня нет ни свадеб, у меня нет ни дней рождений, у меня нет ничего. Пусть ваши родные на вас обижаются. Потом они будут вас за это благодарить. 150 дней, отдайте себя в армию, чтобы совершать те действия, которые вы никогда не совершали. Делать это с кайфом, делать это со сверхцелью. Нарисуйте себе идеальный конечный результат, который будет вас пленить. Да, смотрите, сейчас у нас мы развиваем компанию. У нас в ассоциации активных тренеров не так много, там около 2000, да, вот 1500 на весь мир. То есть представьте, перед вами есть огромный пирог, который вы можете разделить. Те люди, которые сейчас в отпуске, я их называю так, которые тренеры запустились и сейчас там периодически выключаются, уходят куда-то в отпуск, в другую компанию, они будут собирать крошки. Вы будете сейчас, если вы будете активно в этом процессе 150 дней, вы поделите огромный торт. Торт, который хватит вам, вашим родным, близким и всем с вашим следующим поколением. Решать вам сегодня. Я буду делить крошки, собирать крошки, да, или я буду делить этот огромный торт. Ну и запишите свои зачем. Зачем мне это надо? Зачем мне нужно зарабатывать 100 тысяч долларов? Для чего? Чтобы в течение этих 150 дней, когда вам будет нелегко, когда вы захотите слиться, чтобы вы открыли список зачем, и он вас питал, он вас вдохновлял. Напишите, зачем, прямо сегодня сядьте, помечтайте. Зачем я в декабре 2023 года зарабатываю 100 тысяч долларов? И каждый день смелый поступок. Каждый день смелый поступок. Каждый день ту презентацию, на которую вы не решались.
Каждый день совершайте тот поступок, который вам страшен, потому что именно за смелостью рождается что-то новое. За смелостью вы выходите из зоны комфорта, за смелостью эта зона комфорта ваша расширяется, и вы становитесь сильнее. И естественно, если вы не зарабатывали никогда 100 тысяч долларов в месяц, вам необходимо разорвать шаблоны, вам необходимо сформировать новые привычки, потому что этот доход совершенно в другом состоянии достигается. Вот такая вот история от меня. Я нахожусь сейчас в этом состоянии, в состоянии действий, в состоянии презентации, в состоянии ведения, осознания этого всего. И вот эти определенные правила я использую, использую и делюсь ими с вами. На этой прекрасной ноте я передаю свой микрофон легендарному, величайшему, самому созданному, самому гармоничному культурному наставнику Петру Силкину. Пожалуйста, братская сестра.